Ну вот сегодня, ребята, вот такая погода. Вот обратите внимание, это сутками уже идет дождь, ливень. Как передают турецкие СМИ, нанесен очень большой ущерб сельскому хозяйству, тепличным хозяйствам, даже в некоторых местах, даже дома, как говорится, повреждены дома. Бурсе, это в Измире, вот. Манавгафте вообще это самое тепличное это хозяйство полностью, как говорится, это залито. Смотрите, реки текут, вот смотрите, вот. Я вам увеличу сейчас, вот, смотрите, реки текут. И вот это идет две сутки. Хорошо, что мой район на высоте находится, хоть и от 3-4 километров от моря, вода вся утекает. Вот беда к тем, которые вот внизу, вот Бекони-Алты, Лиман, там, я представляю сейчас, там какой там это, улицы наверняка, это там реки превратились. Гром сильный, всю ночь был. Тут даже комендантский час не надо, никто и так не выходит. И прохладно. Слышите? Температура 12 градусов на улице. 12, я же посмотрел. Вот такая сегодня погода. Поэтому не до гуляний. Прямо стеной идет. Вот так вот. По поводу погоды на сегодня.